Иван Андреевич, на предстоящем чемпионате мира я желаю вам закрыть категорию 100 килограммов и занять первое место и на левой руке. Я как знаю, в 2009 году вы были чемпионом мира в 100 килограммов на правой руке. Вот, пора стать чемпионом мира в 100 килограммов на левой руке и переходить штурмовать супертяжелый дивизион. Желаю вам только победы. От всей сборной Гутуни Баумана желаю победы и только победы. Сборная Гутуни Баумана будет болеть за вас. И желаю всех выиграть быстро и уверенно, как вы это умеете делать. Вот так вот. Все нормально. Желаю удачи завтра и хорошего расклада турнирной таблицы и призовых результатов, а именно первого места. Из советов могу дать перед стартом за чуть-чуть там полсекунды немного кисть подкручивать. Судьи обычно это забивают. А если попадется противник с безумной натяжкой и отведением, то можно спускать большой палец до указательного. Тогда ему придется опустить палец. Все, еще раз желаю удачи. Ждем и смотрим. Здравствуйте, Иван Андреевич. Я хочу вам пожелать, чтобы вы выступили успешно на соревнованиях, а точнее как пожелать, вернуть свой статус победителя, и чтобы все было офигенно и прошло, и чтобы мы с братвой смотрели на вас в финале и балдели от вашего поединка. Желаю тебе успешного выступления на чемпионате мира и привези домой золото.